Воздушное тесто, немного крема и полет фантазии. Для местных кондитеров прошел конкурс профессионального мастерства. О том, как создаются шедевры кулинарии, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Раз, два, три, начинаем. Старт дан. 6 конкурсантов приступили к творчеству. Сегодня в меню воздушные капкейки. Для того, чтобы они были нужной текстуры, необходимо соблюсти все правила. Замесить тесто, аккуратно выложить формочку и выпекать 20-30 минут. Первым в этой гонке мастеров идет Арсений Козлов. У юноши свои кулинарные секреты. Хорошо взбитое масло с сахаром. Сколько надо для масла? Ну, до воздушного масла, до водородного пока не стоит. Также добавляем потом яйцо, и вот когда превратится в однородную массу уже, и вот дальше добавляем остальные. Арсений Козлов на кухне чувствует себя как рыба в воде. 3 года юноша учился здесь мастерству у преподавателей, поэтому Арсений ловко управляется с техникой. Остальные конкурсанты пытаются подстроиться под рабочее место. Сложно было адаптироваться, потому что, во-первых, с миксером такими никогда не работала, то есть я не понимала вообще, как там скорости переключаются. Сначала там они вообще как-то странно не переключались, то есть там с маленькой сразу на побольше нужно переходить. И духовка, то есть это пару камин томата, я никогда с ним не работала. И если среднее время выпечки в духовке, ну, домашнее, 25 минут, 30 минут, да, у капкейков, то здесь они уже готовы были через 10 минут. То есть я не понимала, готовы они или не готовы. Я просто вижу, что они прям поджариваются на глазах. А дома они такие бледненькие, но пропеченные. А здесь они такие поджаренные, непонятно, припеклись они или нет. После печи капкейкам необходимо дать время, чтобы они остыли. Это делается для того, чтобы вкусная шапочка из крема не потекла по кондитерскому изделию. Далее включается фантазия. Мастера украшают капкейки. Наша царская ягода – это морожка из мастики и листики тоже из мастики. А на заднем фоне – северное сияние. Северное сияние из изомальта. Изомальт – это заменитель сахара. То есть диабетики его принимают как заменитель сахара, а кондитера – как, ну, в общем, леденцы делают различные фигурки. Самый юный участник конкурса – Максим Чернега. Хотя юноша еще учится в 9 классе и не открыл свое дело, решил проверить свои силы и пришел на конкурс посостязаться с мастерами наравне. В принципе, мне понравилось, но это, естественно, первый раз, может, где-то какие-то ошибки допускал. Ну, думаю, это ничего страшного. Еще много, может, интересного впереди будет, и, думаю, меня пригласят. Всего в конкурсе принимали участие 6 человек. 4 основной состав и 2 кондитера были приглашены. Так как они не являлись индивидуальными предпринимателями, их оценивали вне конкурса. Яна делает успехи, она будет принимать участие в региональном конкурсе WorldSkills, который у нас будет в конце ноября. На Арсения тоже я возлагаю надежды, потому что он студент 3 курса, уже проходит практику успешно, а также работает в летний период и в момент каникул на предприятии. И вот уже первые капкейки отправляются на суд жюри. Вкус, гармоничность компонентов, стиль – эти и другие критерии оценки кондитерского изделия будут тщательно проверяться. Конечно, это уже подача блюда. Это очень важно. Организация рабочего места – не менее важный аспект, да, оценки. Значит, конечно, и критерии презентации, и подача – это все очень важно. Каждый участник над этим работал, домашнее задание было дано, они подготовлены, они молодцы, они начали хорошо работать. Я думаю, что все получится у всех, и результат, наверное, произойдет наши ожидания. Победителям конкурса профессионального мастерства «Лучший кондитер» будут выданы гранты. Так, за первое место 100 тысяч рублей, второе – 70 тысяч рублей, и третье – 50 тысяч рублей. Без всякой кривизны скажу, это самый приятный и самый, наверное, ожидаемый. Потому что в условиях осени, серой, промозглой, еще и известных всем ограничений, сегодня вы сделаете маленькое чудо, которое для каждого из нас, я уверен, будет очень ожидаем, потому что вкусно и сладко мы все любим с детства. Поэтому я хочу сказать, что вы сегодня не только демонстрируете свое профессиональное мастерство, но и мастерство, то, которое дает и задает людям настроение. Конкурс «Лучший кондитер» проводится в рамках популяризации различных профессий. В этом году лучшие из лучших уже посоревновались в швейном мастерстве и парикмахерском деле. Ну, скажем так, выходили из тени те, кто еще никак не зарегистрировался, чтобы они знали и видели, что мы оказываем поддержку, причем не только в конкурсах, но у нас очень много видов поддержки в муниципальном образовании. Значит, ну что, первый этап конкурса – это участники подавали документы, шел отбор, ну, там определенный перечень документов. Второй этап – это уже непосредственно сам конкурс.
Но они, домашнее задание заключалось в том, что, то есть на самом конкурсе они уже изготавливают сам капкейк, а домашнее задание – это декор в виде, ну, что, на северную тему. Члены конкурсной комиссии признались, подведение итогов было сложным и разрыв между конкурсантами минимальный. И все же победитель был выбран. Первое место заняла Наталья Рындина. У девушки 22,7 балла. Следом Евгений Карпов 22,4 балла. Третье место присудили Арсению Козлову со счетом 21,6 балла. Наталья Дуркина, Вадим Стасюк, телеканал «Север».